Новые точки притяжения жителей – современные скверы, бульвары, дворы и придомовые территории. В Самаре реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого благоустраивают общественные пространства. Несколько десятков дворов отремонтируют уже до конца лета с привлечением средств областного Минтранса и МинЖКХ. Как организована работа, глава Самары Елена Лапушкина обсудила с главами внутригородских районов на еженедельном совещании в администрации. Главный вопрос – сроки исполнения. Плановый срок окончания работ по дворам МинЖКХ 1 августа и по двору, который мы выполняем за счет собственных средств, 1 сентября. Рисков неисполнения не видим. В такие же сроки пообещали уложиться и главы других районов. Также обсудили уход и сохранность всех благоустроенных дворов и пространств, в том числе обновленной вертолетной площадки. Ее открыли 1 июля после реконструкции в рамках государственной программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2022 годы». Современные скамейки, шезлонги, навесы, качели, игровые площадки, новые дорожки и деревья в сочетании с потрясающими видами на Волгу и Жигулевские горы сделали вертолетку новым центром притяжения самарцев. Елена Лапушкина поручила усилить контроль за безопасностью и порядком на площадке. Проведите с ним какую-то разъяснительную работу, что надо делать замечания нашим гражданам, потому что мне достали фотографии и по газонам ходят, и прыгают вот на этих натянутых тросах на ограждениях, еще и покалечатся. Сделали достаточное количество и дорожек, и лавочек. Также Елена Лапушкина поручила главам районов на этой неделе обязательно проверить все общественные пространства, которые благоустроили с 2018 года. Отправьте специалистов, сами пройдите и посмотрите, как они содержатся. Полив травы, мусор, покос, сохранение мафов. Если есть какие-то замечания, лично мне, пожалуйста, это все сообщите. Отметим, что дворы и общественные пространства благоустраивают по инициативе самих жителей. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.